«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Зерно. Иген. Производство зерна. Иген етештерау. Производство зерна. Иген етештерау. В Башкирии планируется сократить производство зерна. Башкортостанда игенде кемерек етештерау кудаллана. В Башкирии планируется сократить производство зерна. Башкортостанда игенде кемерек етештерау кудаллана. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».